В Магадане такая выставка прошла впервые. Здесь можно было увидеть ложки, чашки, кувшины и тарелки. Все сделано вручную. Посетители смогли познакомиться даже с тренировочным оружием. Всего 150 экспонатов от 96 мастеров из Магадана и поселков области. Всем участникам по итогам вручили памятные дипломы и пригласили на следующие выставки. Выставку посетило более 200 калымчан. Это посетители, которые приходили целенаправленно, узнали о нас из средств массовой информации и уже приходили для того, чтобы конкретно посмотреть те или иные работы, либо работы своих воспитанников и коллег, и друзей. Мероприятие проводилось с целью патриотического воспитания подрастающего поколения, чтобы сохранить традиции и обычаи в декоративно-прикладном творчестве, а также рассказать о самобытной культуре казачества. Следующую подобную выставку организаторы планируют представить через 2 года. Виталий Моряков, Геннадий Фокин, специально для службы новостей.